Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. В разных эпохах, религиях и культурах это положение является основой для совместной жизни в обществе. Этот закон равно распространяется на все сферы человеческих взаимоотношений, сферы права, политики и морали. Даже как природа так устроена, что везде порядок. То есть человек рождается до определенного возраста, он созревает и, скажем так, покидает этот мир. Это жизненный цикл, правильно? После вас ты оставляешь за собой там детей, и это не так продолжается. А это закон жизни, закон природы. И также вот в стране должен быть закон царить. Законность, законодательство, честность. Ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех. Но человек имеет потребности и подвержен воздействию чувственных побуждений, а значит, способен противоречить моральному закону. Противоречие, оно всегда. Оно объективно, хотим мы этого или нет, безусловно. Но человек, мне кажется, тем и в высоком смысле этого слова и отличается, что он способен делать осознанный выбор между вот разнонаправленными силами, понимая, чем за это придется платить ему или другим людям. Как негативное явление, коррупция вызывает резкое общественное осуждение. Однако степень терпимости к ней не одинакова. Целые социальные группы могут считать ее как неизбежное зло, оправдывая свое непротивление тем, что коррупция, как спутник любого государственного строя, была всегда и всегда будет. Особенно это опасно в современный век информационных технологий, когда преступное поведение людей, факты коррупции невозможно скрыть даже от школьников, имеющих доступ к интернету. Напористость и цинизм коррумпированных лиц, результаты их преступной деятельности девальвируют нравственные ценности и моральные устои общества. Подобные тенденции серьезно снижают эффект проводимой антикоррупционной политики. Если комплекс нравственных правил не работает, общество становится безнравственным, а государство – уязвимым. Это явление и не новое, и оно, может быть, другое там название имело, но тем не менее оно и для советской поры было характерно. Был негизинде был дертекта, бұны жою болады. Ол үшін еліміздің президент айтып отыр ғой, айтып келеді ғой, халық болып күресуіміз керек. Ол жеке адам, я болмаса бір жаңағы заңдық тұрғыдан, құқықтық тұрғыдан ол әсері аз болуы мүмкін, бірақ халық болып күрессек. Ел болып күрессек, кішкентай бала тәрбиеден бастап соған құлағына сіңіріп өссек, адал болуға, әділ болуға, таза болуға, онда біз жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Коррупция позорит, ставит под сомнение честность многих должностных лиц, вызывает недоверие не только к ним, но и в целом к государству, ущемляет конституционные права и интересы, извращает принципы законности. Как отметил глава государства, в нынешнем послании народу Казахстана мы сделали существенные шаги по снижению уровня коррупции в стране. Многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества. Я должен сказать, что благодаря вот именно политической воле главы государства реализуется решительная борьба и, можно сказать, даже беспощадная с коррупцией. Об этом, наверное, достаточно сегодня фактов. Кроме этого,
парламентом и в целом приняты и действуют современные антикоррупционные законы, которые соответствуют всем международным стандартам и нормам. Кроме этого, для вот эффективного ведения вот, в общем-то, в целом противодействия коррупции есть созданный независимый государственный орган. Кроме этого, я должен сказать, что внедрены вот именно открытость и прозрачность нашего, как говорится, государства перед обществом, приняты соответствующие законы о противодействии коррупции, об общественных советах и о доступе к информации. Хотел бы сказать, что сегодня обеспечивается верховенство закона и принцип неотвратимости наказания. Страшно тяжелый пласт, который надо поднять. Все другие модернизации потом не пойдут, если не будет модернизация сознания произведена. А чтобы модернизировать, нужен крепкий костяк. Именно в составе из числа государственных служащих всех уровней. Вот. Қазіргі кезде еңбектеген балаға, еңсесі көтерілген қарттарға дейін осы жаман әрекет деп айтайық. Билік пен халықтың арасында шамалы ажырап кетті, алшақтап кетті. Ол үлкен проблема. Үлкен проблема. Нұрсұлтан Әбішұлының бір сөзінде не бар мына коррупцияға қарсы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы неде? Сыбайлас жемқорлық біздің конституциялық негізімізге нұқсан келтіреді, негізімізді құлатады. Егер жаңағы біз оның барлығын жоғарыдан, билік тарапынан шешеміз десек, біз оны тек ішінара ғана шеше аламыз. Толық шеше алмаймыз деген. Мен соған толық қосыламын. Ол бұндай індетпенен ел болып, халық болып, жұрт болып күресу керек. Осы жерде ынтымақ керек, бірлік керек, бір түсіністік керек. Билік тарапынан, халық тарапынан бір-бірінің арасында бір сыйластық болса, түсіністік болса, онда біз ана құрылым сапалырақ жұмыс жасаймыз. Осындай көркейіп жатқан елімізде мынау жаңағыдай парақорлықпен істеп жатқан істерімізде сол мынау халықтың ішіндегі бір үйреніп кеткен үйреншікті іс па, болмаса бұл қанның ішінде болатын дерт па, жаңағыдай қандай нәрсе екен соны түсінбеймін кейде. Осыны біз мына болашақ ұрпаққа дұрыс түсіндіре білуіміз керек. Өйткені бұны біз дұрыстап түсіндіре білмесек, біз ертеңгі күнде болашақ ұрпаққа, қалған ұрпаққа не деген әңгіме айтып кетеміз артымыздан. Осыны дұрыс түсіндіре алуымыз керек. Казахстан с первых дней государственной независимости целенаправленно и поэтапно выстраивает современную модель государства, характерную для стран лидеров противодействия коррупции. Так проведены широкомасштабные экономические, социальные и политические реформы. Пройдя за период становления страны различные модели развития, глава государства в рамках плана нации «100 конкретных шагов» предложил комплексные меры по модернизации Казахстана, определив в нем цель вхождения в тридцатку развитых стран мира. Знаете, мне кажется, здесь вот с одной стороны нельзя не приветствовать и не поддерживать реальные усилия, инициативы государства, которые действительно предпринимаются для того, чтобы понизить уровень коррупции в стране. Но плохо то, что эта инициатива происходит именно от государства, а не от народа. Потому что ведь, к сожалению, но это объективный факт, именно наличие государства, собственно, одно из условий возникновения коррупции. Потому что когда в чьи-то руки попадает управление общественными ресурсами, и кто-то наделяется особыми полномочиями для управления общественными ресурсами, собственно, и возникает питательная среда для коррупции. Вот пока люди сами не почувствуют неприемлемость, то есть пока им самим не станет обидно, что они живут так, вот обидно именно, да, не злость там, не агрессия, а именно обида. Ну почему? У нас такая замечательная страна, у нас такие прекрасные люди. Действительно это так. Почему мы не можем жить еще лучше? На сегодняшний день неизвестны методы в педагогике и менеджменте, которые бы гарантировали, что человек будет идеальным чиновником. Однако существует множество стран,
с весьма низким уровнем коррупции. Более того, известны исторические примеры, когда действия, направленные на снижение коррупции, привели к значительным успехам. Сингапур, Гонконг, Португалия, Швеция. Это однозначно говорит в пользу того, что методы борьбы с коррупцией существуют. По аналогии с практикой Гонконга запущена программа «От двери к двери», охватывающая все слои населения. Жителями городов и поселков вместе с коммунальными счетами доставляются антикоррупционные буклеты. Подробное разъяснение того, как поступить в тех или иных ситуациях, через постеры, плакаты размещаются во всех общественных местах. Наша цель – дойти до каждого казахстанца. Аналогичную, в общем-то, программу внедряли, и сегодня мы знаем, что очень низкий уровень коррупции в Гонконге, в Сингапуре, в Южной Корее. Вот эти все программы от госучреждения к госучреждению, национальной компании к национальной компании, соответственно, от двери к двери, когда вот они завершили свою программу в госучреждениях, в национальных, они перешли вот именно в частный сектор. И я считаю, что они достигли серьезных результатов, и вот эти большие начинания сегодня, они, в общем-то, и притворяются и в Казахстане. Коррупционные преступления, их расследование и привлечение к ответственности виновных – дело специалистов. Но для противодействия этому явлению одних карательных мер недостаточно. Приоритет моральных принципов имеет большой эффект, нежели правовые запреты или угроза уголовного преследования. Сегодня государственная антикоррупционная политика базируется на рациональном сочетании образовательно-воспитательных, превентивных и карательных мер. Данный подход по всем критериям отвечает международным стандартам борьбы с коррупцией. Внедренная модель получила концептуальное отражение в антикоррупционной стратегии и плане нации 100 конкретных шагов. Все мы понимаем, что отсутствие прозрачности – идеальная среда для развития коррупции. Особое значение имеет дальнейшая координация усилий государственных органов, средств массовой информации, общественных объединений и неправительственных организаций в обеспечении разъяснительной работы по антикоррупционному законодательству с использованием всех доступных средств. Государство – такой же организм, по сути. Да? И этот организм в виде государства хочет жить лучше. Как ни крути, во многом это зависит от профессионализма его госаппарата. Потому что они наделены властными полномочиями. И от того, насколько его профессионализм, насколько они добросовестные, эти чиновники, да? Насколько они этичны, заинтересованы, скажем, в результатах труда, чтобы удовлетворять нужды людей – напрямую зависит, как двигается государство. И поэтому любое государство, оно огромное значение придает формированию своего аппарата. Первое условие модернизации нового типа – это формирование подотчетного и транспарентного государства перед обществом. С принятием закона о доступе к информации запущен электронный ресурс «Открытое правительство». Со стороны власти сейчас, да? При всем том, что есть за что критиковать, да, все больше и больше создаются условия. Видимо, само развитие такого без этого никак. Иначе мы отстанем. Отстанем, вот видите, в последнее время вот, в мире происходят события, да, совершенно различные вызовы мировые идут. Поэтому надо быть конкурентоспособным. Государство должно быть конкурентоспособным. И оно создает условия. С одной стороны, да, далеко не все, может быть, и чиновники умеют разговаривать с населением, довести мысль. Как-то заумно разговаривать, доклады президент поэтому всегда требует же. Вы доведите понятным языком. А с другой стороны, то, что вы сказали, оттуда, поэтому население еще в той мере, как вот, которым ожидает, что приняло бы участие в жизни государства, еще пока этого нету. Но оно шаг за шагом этот процесс идет. И наша задача, ну, по работе нам эту задачу и ставят. Вот это наша обязанность. Чтобы мы привлекали как можно широкие слои населения.
Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих. Государственные служащие должны: первое, способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия в стране, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана. Второе. Быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность. Третье. Обеспечивать законность и справедливость принимаемых ими решений. Я хотел бы сходу сразу сказать, что подавляющая часть госслужащих, да, они добросовестные работники, просто добросовестные. Может быть, многие из них и ушли бы куда-то, если бы было куда, так сказать, да, где гораздо больше денег платили. Молодежь, к примеру, та, которая обучилась за рубежом, они вот всегда, как бы, также, увидев жизнь за рубежом, хотели пойти туда, где больше платят. Но у госслужбы, если перечислять, с точки зрения, скажем, материального такого права, что ли, ограничений гораздо больше. Ему нельзя заниматься коммерцией, ему надо вести себя этично, он не должен сейчас где-то попасть, я не знаю, чтобы кто-то не сфотографировал его, чтобы где-то он на сайте у кого-то не оказался, за, скажем, бокалом вина, ну, масса таких ограничений, да. Это хорошая сторона, это плохая. Он будет развлечен. Да. А я по математике один получила тройку с двумя минусами. Вот, потом я маме все равно рассказала, что я такую оценку получила. Она меня не стала ругать, потому что я призналась, что я не стала ругать. Молодец, умница. Ты правильно сделала? Я тоже так призналась. Она правильно сделала? Я тоже так призналась, когда я тоже получила. Четверку по математике. На русском хромаю. Но мама мне всегда говорит, что я пятерка. А, я по-русски. Ну, четверка это тоже. В 90-е, я так считаю, закона вообще не было. Хоть и я, скажем так, неосознанно так не осознавал, не помню определенные моменты, но мы видим это, мы видим, мы слышим это. Нам показывали, как это было, и после этого, как бы, неохота, чтобы страна снова переживала это. Это дружный наш отряд. Уступите нам дорогу. Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Это дружный наш отряд. Эта история, я хочу, чтобы она осталась историей, потому что... Никогда не повторялась. Да. Беззаконие – это самое страшное, то, что может произойти. Сеет хаос. Везде должен быть порядок. Ни одно правительство не может оставаться хорошим иначе, чем находясь под контролем народа. Томас Джефферсон. Вообще понятие «народ», оно в разных смыслах существует, конечно. Да, то есть население какой-то территории, или это люди, объединенные какими-то общими ценностями, общим видением будущего и общим видением прошлого, что немаловажно. Народ живет, люди живут в разных условиях. У них разные представления о счастье, к
как-то, хотя вроде бы все понимают по частям что-то одно, но на самом деле представление о счастье вполне конкретное у каждого конкретного человека. Меня до глубины души тронуло письмо директора областного филиала общественного движения против коррупции Жанару Айтимова Ахсерика, отрывок из которого я хочу вам прочитать. Когда я читаю новостные сообщения о задержании по фактам коррупции, у меня замирает сердце. Я понимаю, какие ужасы, какое горе испытывают, кроме него, его близкие и родные. Никому не дано право идти на сделку со своей совестью. Каждый должен осознать значение всеобщего неприятия коррупции. Следует от борьбы с последствиями перейти к устранению причин коррупции. Только сейчас я понимаю дело, которому я хочу посвятить свою энергию и силу. В этом коротком письме заложены основные принципы современной антикоррупционной политики. Мы отходим от чисто карательной практики, акцент делается на превенцию, усиление роли институтов гражданского общества. Для этого должен произойти количественный и качественный рост неправительственных организаций, деятельность которых направлена на формирование в обществе всеобщего неприятия коррупции. С принятием закона об общественных советах внедрена практика публичных отчетов руководителей госорганов перед населением. На постоянной основе работают свыше 200 общественных советов. Каждый госорган, разрабатывая нормативные и правовые акты, обязан представить их на рассмотрение общественного совета и учесть их замечания. На личные качества этого чиновника. И все это для чего? В итоге это для чего? Является ли только исключительно заботой об этом чиновнике? Нет. Потому что закон выстроен так, и по всем направлениям работа идет так, что все направлено на то, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Вот для этого. И власть, она как никогда раньше, еще больше раскрывается. Приглашает граждан. Приходите, давайте работать. Вот вам максимально открываются законы, понимаете, об общественном доступе, об общественных советах, максимальное количество законов о государственных услугах. Таких законов-то не было. Гражданин, он имеет все возможности участвовать в жизни государства. И труд госслужащего сейчас оценивается через призму того, а как он реально через призму защиты интересов граждан свою работу осуществляет. Ужесточая или наказание, или давая смертную казнь, да, мы ничего не выигрываем. Нам действительно нужно бороться и приходить в сознание людей, что это зло, это плохо, мы должны действительно с измала. И, соответственно, когда эти люди совершили этот проступок, то не нужна амнистия, чтобы этот человек долго нес это наказание. Мне кажется, может быть, и этот метод попробовать, но не смертная казнь, как Ли Куан Ю, палочная. Это же стыдно, во-первых, руководителя такого-то палкой. Нет. Физическое наказание дело не решает. Вот, насколько я знаю, в Китае там и руки отрубают, и смертную казнь. Но это у них проблему не решило. Все равно, как коррупция существовала, так и существует. Я считаю, что в борьбе мы должны применить... Во-первых, разъяснение, воспитание, особенно подрастающего поколения, самого детского садика воспитывать. И причем не только государство воспитывает, но и родители. С родителей должен быть первый спрос воспитания. Смешно, но действенный. Телесное наказание – это ничего не решит. Ну, хоть он коррупционер, но унижать человека ни в коем случае нельзя, ни преступника, ни взяточника. У нас сейчас акцент на чем делается? Вот только вчера у нас прошло заседание Совета по этике. Раньше, чем больше ты наказываешь, тем лучше ты работаешь. Вот как-то вот так у нас в голове сидело. Понимаете, вот наш совет по этике, они максимально что могут сделать? Они могут уволить с работы. Рекомендовать, чтобы уволить с работы и увольнять по рекомендации, да? Но сейчас психология поменялась. Сейчас совсем по-другому. Вот, допустим, от прокуратуры материалы приходят, сидят в совете по этике и не увольняют людей. Дают возможность им справиться. Наказывают более мягче, но самое главное, что... А почему это нарушение стало возможным?
не сам факт нарушения, а почему это нарушение стало возможным. И давайте его анализировать. Гласность. Если человек что-то совершил такое, ну обнародуйте, сделайте достоянием, чтобы люди знали, что это за человек. Что он, допустим, у кого-то последние копейки отнимает, чтобы решить его проблемы, хотя он должен решить все бесплатно. Поэтому вот гласность должна быть очень важным фактором. Кибрюлер сыннан қорқат. Сынағанды мінеп кәдімгідей. Олардан қашып жүреді, аулақ жүруге тырысады. Оларды, мысалға, эфирге шығармауға тырысады. Газетке баспауға тырысады, тағы бір деңе. Ол дұрыс емес. Ол үлкен қателік. Сын айтпай, мін түзілмейді. Демек, сол сын айтылған сөз, демек, жұмыс барысында қателік бар деген сөз, олқылық бар деген сөз. Оны тыңдай білу керек. Сонда ол жақсы болады. Біздің жұмысымыздың сапасын ілгерілетеді, экономиканы нығайтады. Халықтың жағдайы жақсарады. А халықтың жағдайы жақсы болса, барлық көздеген мақсатымызға тезірек жетеміз. Ол дұрыс, это философия ғойынды, но заңға келтіріп жасаса, ана біздің мәжілісмендер жақсы болар еді әрине. Дұрыс заң болар еді сол. Казахи говорят, сүрінбеген ат жол танымайды. Не знает той дороги тот конь, который не спотыкался. Разумеется, подсказывайте. Открытые. Агентство обратилось с открытым соглашением ко всем людям, которые хотят сотрудничать. Вот этот телефон доверия, например, 1424, мы без конца говорим. Любой пускай позвонит, он всегда открыт. Ну возьми ты трубку, позвони. Я не хотела, она меня даже не ругала. Не ругала? Честно поступила, да? Молодец, умница. Тройку получила, и, ну, папа решил рассказать, знаете, сказала, ну, я подумала, что пока на всякий случай лучше постою в комнате, мама меня позвала, я думала, она меня ругать будет, но она меня немного поругала, но слишком сильно не стала. Я вспомнила историю, у меня подружка в Толе получила двойку. Она попросила у меня совета, как ее замазать. Я сказала, что замазывать не надо, она честно признаться. Она домой пришла, отправила ее на пенсионку. Потом я подошла к ее родителям, сказала, что она поступила в кредит. Ты честно поступила? А подружка? Один раз разбила любимую мамину кружку и сразу же позвонила маме на работу и призналась ей, что разбила ее на любимую кружку. И что ты дальше сказала маме? Сказала, мама, извини меня, пожалуйста, я нечаянно разбила твою кружку. Молодец, молодец. Нельзя без предупреждения уходить слишком далеко в лагерь. Да, вообще никуда нельзя без предупреждения уходить. Были случаи, ушли мальчики, потом не могли их найти. И без обеда остались. Правильно. Давайте еще кто хочет сказать. Нельзя поджигать природу. Правильно, да, природу нельзя портить. Нельзя грызаться с старшими людьми, например, грызаться не нужно. Нет, не только со старшими, ни с кем нельзя грызаться, правильно же, да? Это некрасиво, это, во-первых, это наказуемо также. Ну, как вы маленький, ваш возраст поэтому не достиг. Так что это вот сама культура речи, вы должны соблюдать ее, правильно? И друг к другу с уважением относиться, разговаривать с уважением, да? Слушать вожатых. И не нарушать ничего, все правила, которые вы сказали, правильно, да? У кого еще есть? Кто может дополнить? Я. Нельзя превышать скорость. Нельзя превышать скорость. Определенные правила, да? Это главное правило. Нельзя есть ягоды. Нельзя есть ягоды и всякие яблоки, которые растут. В лесу, да? Их, как бы сказать, травили от муравьев-насекомых. Можно? Да, правильно, Можно. Нельзя верить каким-нибудь дяденькам, которые попросят, допустим, сходить с вами куда-то. Или, допустим, как ездишь же на машинах, типа, выкидывают кошку и говорят и прохожим школьникам, типа, поднимите, пожалуйста, эту кошечку. Органы, специальные органы, которые борются с последствиями коррупции, они должны быть, и они выполняют свою работу, и, я думаю, достаточно эффективно. Но... На мой взгляд, конечно же, мы должны заниматься не борьбой
вот как сейчас в законе очень, на мой взгляд, правильная формулировка дана, заниматься противодействием. То есть мы должны в корне изменить сознание людей. Люди сами должны понимать, что коррупция – это зло, коррупция – это плохо. Вроде бы это элементарные понятия, и как бы из разряда, что такое хорошо и что такое плохо, но, к сожалению, уже не все это правильно понимают. И у многих такое восприятие, что не подмажешь, не проедешь и так далее. Да? И как-то считают, что отблагодарить за какую-то оказанную услугу там, это в порядке вещей. На самом-то деле, вот из этой мелочи, вроде бы коробка шоколад, вроде бы там незначительный презент, и рождается коррупция. Сонтан пара алу, немесе свайлаш жемқорлыққа бару, бұл адамның тұла бойындағы рухани дерт. Бұл рухани дерттен адам қалай айығат, қашан бір сөз сөйліп, бір сөзге тоқтап, серттікте ант ішкен адамдар ғана барады. Бұл серттікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай барады дегенде, серттікті адам тілмен ғана айтып қою емес, оны тілмен айтып, және жүрегімен қабылда бекіткен адамдар ғана серттікті тұра алады. Сондықтан, құрметті ағайындар, осы серттікті бұзбай, ақиқаттан таймаған нар тұлға болып, тарихтың бетінде қалуға сіз бен бізге Алла нәсіп етсін деген біледі. Негізі барлықтарыңа да беретін, я айтасыз, не айтасыздар болашаққа деп. Негізі білімге ұмтылу дегенді айтқым келеді, себебі елбасымызда сөз бар. Қазақстанның болашағы ол білімді ұрпақ деген. Яғни біз қазіргі 21-ші ғасырда біз өзімізді тек білім жағынан ғана көрсете аламыз, яғни басқа елдермен мысалы бәсекеге түскенде де біз өзіміздің білім жағымызбен түсуіміз керек. Яғни мысалы мансап сияқты жоба басқа жерлерде, яғни Қарағандыда бар дедік, тағы басқа жерлерде жоқ. Яғни ол жоқ деп олай уайымдамауды айтамын. Яғни өз-өзін жетілдіріп, оқып, сонымен қатар білім алып, яғни мысалы Абай атамыздың сөзі бар, жақсы, сен де бір кірпіштің неге кетігін таптап арқалан деп. Сол сияқты әркім өзінің осы өмірдегі жолын тауып, яғни білім алып, сол біліммен маман иесі атанып, осы елімізді одан әрі дамытуға атсалысады деген сенімдемін. Осы біздің болашақ жастарым. Қазақстан относительно молодое государство. Вот с первых дней, с самого начала, этому стало придаваться большое значение. Когда было очень тяжело, об этом известно, все равно я скажу. Вот когда было тяжело, скажем, наши братские соседние государства думали откуда взять уголь, как топить дома и так далее. Вот президент открыл программу «Булашак». Молодежь отправил учиться за рубеж. Денег-то нету, критика была. Давайте мы лучше заткнем эти дыры, вы куда отправляете их, столько денег тратите. А они уже вернулись, они уже работают, они уже министры. Решающим фактором повышения эффективности борьбы с коррупцией в Казахстане является антикоррупционное воспитание молодого поколения. Антикоррупционное образование и воспитание станет одним из действенных шагов, способствуя решению проблемы через воспитание правовой культуры молодых граждан. Большое внимание уделяется воспитательной работе молодежи. Во всех школах созданы добровольные клубы «Адал-Урпак». Какие меры мы должны провести, попросить предупреждение коррупции, чтобы снизить уровень коррупции в нашем обществе? Мақсат. Жалпы мемлекет жүзеге асырып отқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа мен өзімнің тарапымнан ұсыныстар туып отыр. Осындайды соларды айтсам деймін. Мысалы, әртүрлі жас категориялары бар жаңағы аудиторияның. Соларға арналған мысалы бізде бұқаралық ақпарат құралдары бар, яғни мысалы баспа өнімдері. Сол баспа өнімдерімен үш категорияға бөліп қарасақ. Біздің аудиторияны. Олар ең бірінші жас балалар, кішкентай мектепті бастауыш. Оларға деген көбінесе сыбайлас жемқорлық дегенді, қылмыстық кодекс дегенді түсіне бермейді. Сондықтан да өз бағаңды адал ал, өзіңнің сабағыңды дұрыстап оқы, барынша адалдыққа тәрбиелейтін баспа өнімдерін шығару керек. Одни только государственные органы, скажем, карательными мерами, даже превентивными, профилактическими мерами не победит коррупцию. Это уже мировая практика доказывает этого. И наша практика, практика нашей страны тоже доказывает это. Поэтому мы больше должны вовлекать
в антикоррупционное просвещение, в антикоррупционную профилактическую работу вот, гражданское население и отдельных наших активных граждан, в том числе молодежи. Адал Бол. 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 Біз Ақтөбе жастары сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз. Доверие и уважение к власти со стороны общества является прочным фундаментом устойчивого развития страны. Казахстан с его сложной и яркой историей, его устремленностью достойно войти в мировое сообщество, готов к всеобщей поддержке нового сегмента гражданского общества, активных членов антикоррупционного движения. Только благодаря сильному гражданскому обществу мы можем искоренить коррупцию. Сегодня мы очень сильно взаимодействуем с гражданским обществом, с неправительственными организациями, с общественными объединениями. Это дает тоже положительные результаты. Вот я сам по работе чувствую, что поддержка вот, неправительственных организаций, общественных организаций, политических партий вот, дает действительно мощный толчок противодействию коррупции. Мы сегодня действительно очень сильно взаимодействуем и профсоюзным центром, и с политическими партиями, со многими неправительственными организациями. Проводим через неправительственную организацию проект «Гражданский контроль», где принимаем людей, где проводим антикоррупционный мониторинг, где следим за оказанием тех или других услуг населению. Также мы взаимодействуем с религиозными учреждениями. Но для меня существует большая разница между понятием «вера» как основа этического нравственного поведения личности и какими-то социальными организациями, типа церковных организаций, потому что они тоже создаются людьми со своими собственными интересами. Поэтому, на мой взгляд, религия как комплекс и веры, и организации социального института, она в полной мере никогда не могла справиться с этой проблемой в принципе, потому что, опять же, включались в силу личные интересы конкретных людей, которые никогда не были святыми. Поэтому, мне кажется, надо искать какой-то другой путь, где речь бы велась именно о личном выборе каждого конкретного человека. Открытость, да, хорошо, и, наверное, государство старается искать те меры, методы профилактики, которые бы помогли как-то вот сделать более честными их работу, более наглядными, более очевидными для народа. Ну, дай бог, чтобы это помогло. Шындығында кең болсаң, кең болмайсың. Тек жүрсең, тоқ жүресің, домаланып көп жүресің. Жігіттің жігіттігімен талассаң, талас. Жігіттің бағымен таласпа деген. Жігіттің басына берілетін ең үлкен бақыт Алланы танудан басталады. Екінші бақыт өзіңнің еліңде, өзіңнің жеріңде, өзіңнің патшаң, өзіңнің конституцияң болу, өзіңнің ел таңбаң, өзіңнің туың болуы, бұл жігіттің басына берілетін ең үлкен бақыт. Осы бақытқа біздің бабаларымыз көзін жасын емес, маңдайындағы терісін емес, тұла бойындағы қанын төгіп, осы мемлекетке үлес қосып, олар сыбайлас жемқорлыққа барған жоқ. Олар пара алған жоқ. Сондай менен олардың қандарында әділдік пен ақиқат бол. Осы елге осындай жерге жетті. Енді осындай аманатты арқалаған қазір біздің қазақстандықтар сіздерге аманат. Осы аманатты арқалай білген адамдар ғана бақытқа жетеді. Сондықтан осындай елдің қадірін білуге Алла баршамызға нәсіп етсін деген келеді. Я привык называть вещи своими именами. Коррупция – это модное, красивое слово, современное. Раньше, в старину, таких людей называли казнокрадами. Те, кто крали и расхищали казну. И вот что нужно сделать. Есть такая молитва, называется «Последование к исповеди». И там перечисляется один из наиболее страшных смертных грехов. Он называется убийство. И вот многие думают, что убийство – это когда человек там, другого человека убил. И некоторые в этом грехе не каются. Это совсем не так. Мы, простые рабочие, пенсионеры, служащие,
платим налоги в казну. Люди эту казну у нас воруют. Они воруют наши с вами деньги. И вот в этой молитве написано, что если какой-то, ну раньше бизнесменов не было, человек удержал зарплату, отнял деньги у вдовы или обидел сирого и убогого, то этот человек считается убийцей. Вот и те люди, которые нечистые на руку, слава Богу, их не так их много, их мало, но они есть. Вот те люди, которые занимаются казнократством, они не у государства воруют, они кусок последний у ребенка, который в доме малютки отнимают. У бабушки, которая живет на маленькую пенсию, еще где-то подрабатывает уборщицей. У них нет совести. И надо сделать, чтобы победить коррупцию. Прежде всего, чтобы у этих людей заболела совесть. Баяғыда бір кісі өзінің бір ешкісін бағып отырған екен. Сол ешкісі көршісінің бақшасына ұрланып кіріп, содан шөп жеген екен. Сол әлгі кісі ешкісін сауып, соның сүтімен баласын асырап отырған. Сөйтсе ешкісі ұрланып көршінің үйіне бақшасына кіргеннен кейін, сол бақшасын ұрлап жеді, бақшасын ұрланып кірді, соның шөбін жеп қойды. Енді оны сүтін ішетін болса, мен балаларын ұрлы болып қояма деп, содан қорғанып, әлгі ешкісін құрбандық шалған дейді. Сол секілді бұндай нәрсеге біз селқос қарамауымыз керек. Өткені пайғамбарымыз да Алла Тағала Құран кәрім айтады. Яғни арам жолмен мал таппаңдар дейді. Арам жолмен. Өткені бұлның кесірі өте қиын. Себебі ол жеңіл нәрсе болғанымен, бірақ та ертең қияметте сұрауы да өте қиын болады. Чиновник, становясь чиновником и имея в себе вот уже какие-то извращенные понимания того дела, которым он будет заниматься, превращается в некого вассала, господина, который считает, что все в его власти и все должны ему служить. И забывают действительно о том, что это избранники тех людей, которые ему доверили. И, конечно же, и власть придержащая, и церковь говорит о том, что любая власть от Бога. Но умеет ли человек этой властью распоряжаться или нет? Делает ли она его действительно человеком, который может принести пользу своему народу, своему отечеству, своему государству? Или все-таки он живет и думает о том, как набить свой карман? Опять же, мы приходим к тому, что все зависит от нравственности, духовности самого человека. Человек, который уважает себя, не опустится до того, чтобы пользоваться своим положением. Вот давайте на примере преподавателя, да, вот вы сказали педагог. У преподавателя, еще Черчилль говорил, что у учителей огромная власть, да. И если не абстрактно, а реально говорить, то, в принципе, вот в моих силах не только поставить оценку на самом деле, да, но и дать человеку понять, что он интересен, что он говорит вещи, заслуживающие внимания, что меня радует видеть его. И в моих же силах, собственно, втоптать его в грязь, даже ставя хорошую оценку. Вот это очень мощное оружие, которым надо пользоваться настолько осторожно. И вот здесь как раз без самоуважения невозможно. Потому что только самоуважение удерживает тебя от того, чтобы не применять власть по отношению к тем, кто от тебя зависит. Из моей жизни, когда мой товарищ в свое время внештатником пошел на работу в БГСС, и вот там такая ситуация была. У нас здесь есть свой скотный рынок, вот, под Чимкентом, да, как и везде, впрочем. И там огорожено было бетонной стеной рынок. Ты, если приводишь свой скот, ты должен заплатить госпошлину и пройти. А в этой ограде было огромное зияющее отверстие с обратной стороны. Кто-то знал, кто-то не знал. И вот те, кто знает, идут, чтобы пошлину не платить. И оттуда проходили. А с той стороны его наставник, коллега, сотрудник УБХСС в то время, в советское время, стоит и берет мзду. Она тем выгоднее людям оттуда пойти, если говорить про деньги.
И вот оттуда вот ручок этот тянулся. И в один день мой друг смеется, рассказывает. Я говорю, что смеешься-то? Он говорит, ты знаешь, вот сегодня пришел, он говорит, черный такой, пунцовый, говорит, мой наставник, ходит, ругается, а что? А кто-то, говорит, забетонировал эту стену. И вот сейчас политика такова, чтобы забетонировать дыры, то через факт мы выявляем эту дыру, стараемся выявлять, и вот мы его должны забетонировать, независимо от того, человек хороший, плохой, чтобы не смог через него пройти. И в этой работе нам нужен крепкий союз с нашими гражданами, знаете, вот с такими же людьми, как мы, чтобы мы вместе должны работать, потому что поможет нам дать подсказок. Да, если борешься за свои права, если говоришь о проблеме, то эту проблему можно решить. Главное для нас, для государственных служащих, для чиновников, вот доносить эту мысль, что надо защищать свои права, надо говорить о проблемах. Вот болезнь, если не говорить о болезни, вот, у казахов есть хорошее слово, аурун жасырган өлет, тот, кто скрывает свою болезнь, он умирает. Если мы будем скрывать, если мы будем загонять ее вглубь, то коррупция, она будет и дальше процветать. А если мы об этих проблемах будем говорить открыто, признавать свои ошибки, то есть если ты, чиновник, допустил какое-то нарушение, признай эту ошибку. Зачем скрывать? Если мы будем в этом направлении двигаться, и я думаю, и в дальних аулах все-таки ситуация изменится. Помните, этот кирпичи таскают, носят там стройматериал, говорят, ты чем занимаешься? Я говорю, кирпичи таскаю. А другой, ты что, я храм строю. Поэтому кто что видит, кто что стремится, вот тот он и находит. А вот условия сейчас таковы, да, вот президент как-то сказал, я полностью с этим вот согласен, поддерживаю, не жили казахстанцы так хорошо никогда. Именно государственная служба, она доступна для молодежи сейчас. То есть сейчас можно точно так же, так скажем, да, показать себя хорошо, зарекомендовать себя. И, возможно, да, ты станешь депутатом. Ну, мы стараемся на своем личном примере показывать молодежи то, что сейчас нам дает наше государство. То есть оно настолько открыто. Молодежи, безусловно, хочется пожелать, чтобы она была всегда на позитиве, чтобы она была активнее, потому что от ее активности, от позитива зависит и будущее. Если вы хотите построить хорошее будущее, то нужно его брать и делать. Не думать, что кто-то за нас придет и построит это будущее. И вот это можно постараться сделать самим. Каждый человек, каждый должен видеть какую-то историю успеха, брать примеры с людей. И эти примеры должны быть успешны. Это наши политики, это наши бизнесмены, которые успешно ведут эту деятельность. И каждый человек, каждый молодой человек должен стремиться стать таким же. Независимо, какой у тебя статус, сколько тебе лет, государство готово предоставить тебе работу, доверить управление, да, персоналом, так скажем, да, людьми, если ты сам понимаешь эту работу и если ты сам стремишься улучшить, сделать ярче этот мир. Хочу сказать, что мы построили хорошее современное государство, красивое государство, и в этом государстве не должно быть места для коррупции. Мы должны сделать так, чтобы наши дети, наши внуки, и они радовались, и гордились нами.
Я хотела бы, чтобы люди в нем были счастливы. Я хотела бы, чтобы люди в нем умели ценить себя за реальные вещи, за реальные дела. Чтобы они уважали себя за то, чего они сами, каждый, добился в своей жизни. Очень важно, конечно, уметь гордиться прошлым, уметь гордиться предками. Но не менее важно, чтобы эта гордость не позволяла нам почивать на лаврах, а наоборот, заставляла нас добиваться еще большего. У нас потрясающая, удивительная, каким-то фантастическим образом подаренная нам страна с огромной территорией, с прекрасными людьми. Я бы очень хотела, чтобы мы это осознавали, несли за это ответственность и умели разумно распоряжаться этим потенциалом.